Всем привет, друзья! С вами компания Киберкар, меня зовут Илья Ударцев. Друзья, если вы не владелец автомобилей Audi Q7 либо Porsche, это не беда. Потому что сегодня я вам хочу рассказать о новой позиции, которая появилась во всех установочных центрах компании Киберкар. На сегодняшний день это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и новая франшиза в городе Пермь по всему Пермскому краю, компания Vertlab. Буду сегодня рассказывать вам о настоящей активной системе выхлопа. Поэтому, если вы любитель звука моторов или моторов V8, V6, то, друзья, вам стоит обратиться к нам. Потому что на сегодняшний день мы сможем вам предложить активную систему, как систему активного выхлопа для любого автомобиля. И сейчас на примере вот этого автомобиля Audi Q7 я покажу вам, как работает, как управляется система активного выхлопа. Представляет она собой вот такого рода устройство, которое устанавливается очень просто и очень быстро в автомобиль, в любое место. Простое подключение, которое выглядит примерно так. Два провода плюс-минус и еще два провода, витая пара, коншина. Устройство подключается к коншине автомобиля, видит нажатие на педаль и, соответственно, создает вам звук породистого V8, V6. Давайте же посмотрим, как это работает, как управлять системой, как ее регулировать под себя в любое время, очень быстро. Конечно, заведем автомобиль. Берем телефон, в данном случае у меня iPhone 8. И включаем звук. Я его уже включил, далее я начинаю регулировать. Вернее, сначала немножко покажу, для того, чтобы показать вам, вернее, чтобы вы услышали этот звук. Это звук, когда система активирована. Но если мы ее выключим, мы просто слушаем штатный звук, как обычно, как ничего и не менялось. Находясь, допустим, на светофоре, если вы решили показать всю прыть и мощь вашего автомобиля и решили добавить это звуком, улучшить эту ситуацию, то всего лишь стоит нажать одну кнопку, и вот он звук. Итак, как же это регулируется, как это работает? Берем с вами телефон. Кнопка OFF – выключили. Кнопка ON – включили. Далее. Это звук. Слышите, да, изменения? Опять включили, выключили. Все очень просто, все настраивается под себя и в любой момент включается и выключается. Итак, что хочется сказать. Как я в начале видео сказал, раньше эта система была доступна на уровне оригинальных запчастей в автомобилях ВАГ-группы, в данном случае Porsche, Audi и так далее. Сейчас это доступно для всех. Все очень просто, друзья. На сегодняшний день мы в своей практике можем сказать, что мы протестировали, установили это клиентам на LC200, Infiniti, Q7, Porsche мы делали и Mercedes V-класса. Некоторые, кстати, даже ставят две турбины. Это, конечно же, увеличивает звук, его породистость, глубину и все это по-другому немного выглядит. Поэтому все это доступно к установке универсально, безопасно и не забываем о комфорте управления. Быстро включаем, выключаем и настраиваем звук под себя. Конечно же, это доступно, друзья, во всех установочных центрах компании Киберкар. Москва, Санкт-Петербург, город Екатеринбург. И новая франшиза, новый наш партнер по Пермскому краю, компания Vertlab. В следующем видео расскажем вам о доводчиках на этот автомобиль. Я быстренько покажу, как они работают, как они дотягиваются. Абсолютно оригинальные доводчики. Друзья, в следующем видео вы можете это увидеть.